спишь. Поздно. Я уже покормила всех. Красиво. Пойдемте, мои хорошие. Пойдемте. Сейчас закрою. Как классно работает замок, прям радует. Благодарю, что Егор приехал, сделал. Так, ключик сюда. Пойдемте по солнышку прогуляемся. Привет, привет, мои любимые, привет. Пойдемте. Я сейчас сижу, стих читаю, видео, когда записывала на кухне, и ко мне подбегает Евгения Павловна, говорит: «Вы за свет не платили!» Я сразу вспомнила этого Новосельцева. Платили? Платил! Платили? Платил! Боже, какая красота! Обожаю, когда солнышко, это просто что-то. Солнышко, привет! А небушка какое, смотрите. Что-то тетечка повезла. Надену капюшон, потому что 3 градуса у нас тепла. Градуса тепла, а это, как понимаете, не это, не жарко. Я без носок. Ну что, я жду, и солнышко, даже когда зимой снег, идешь, и солнышко, и тебе сразу кажется, что тепло. Привет, Петербург! Пар идет со рта. Вот странно, написано 3 градуса тепла. Что, когда 3 градуса тепла, идет пар со рта? Очень странно. Солнышко, привет! Красота! Правда, красота! Вот. Я хотела на Евгению Павловну наехать, сказать: вы же видите, что я занята. Потом думаю, ну, может, она не видит. Ладно, бог с ней. И, в общем, потом она ушла, и у меня сразу же родился еще один стих. Я только что написала еще один стих. Сейчас где-нибудь найду место, прочитаю вам с радостью. Классно на улице, правда? Все так солнечно, красиво. Просто божественно. Красиво. Красиво. Ты вошла в мою грешную жизнь. Собачка бежит. Бежит. Бежит собачка. Лавочка. Вот и лавочка. Сейчас прочитаю вам стих.
на этой лавочке. Сейчас, секунду, достану из кармана. Да где ты? Вот. Вон там чувак идет в моей курточке. На той стороне, в красной. Прикол. Сейчас найду. Я уже выставила ВКонтакте. ВКонтакте. Сейчас хочет есть. Говорит, я хочу есть. Вот так вот у ребенка ассоциации подошел к тардельнику и сказал, я хочу есть. О, под каким я балконом сижу, под фонарями. Красиво. Ну, стих прочитаю. Не могу удержаться, мои любимые. Ноги идут. Ноги, ноги. Поставила такую собачку, смотрите. Девочки, доброе утро. Помните, вы богини. Вот, что-то я так прикололась. Какое-то молчание внутри. Как хорошо, любимые, я дома. Во всех сверкают Господа огни. Все так вокруг любимо и знакомо. Я наслаждаюсь тишиной без времени. Мне хорошо в моменте быть. А если налетает говорение, сумел его я тоже полюбить. Мне хорошо в сейчас. И это вечность. Нет завтра, и вчера ушло. И я ныряю в эту бесконечность, и в настоящее оно меня нашло. Люблю восход, закат и звезды. Люблю цветы, животных и траву. И лишь от счастья набегают слезы. Лишь от того, что просто я живу. Такая картиночка. Вот такой стих, мои любимые, написался. Пойдемте. Ой, хорошо. Как классно, солнечно. Правда? Очень. Я иду это в метро. Или к метро. В метро мне не надо. Слава богу. А к метро надо снять. За свет отдать. Евгении Павловне, чтобы она меня не доставала. Она только вывесила утром и уже мне сказала несколько раз. Ирина, вы не забыли? Вы видели? Вы тра-та-та? О, Господи. Голубочек полетел. Вот правда пар идет со рта, как 3 градуса, непонятно. Я думала, пар начинает после нуля. Хотя вроде посмотрела, плюс 3. Может, я путаю, может, минус 3. Может, у нас мороз, а я с босыми ногами. Давайте глянем. Так, где погода? Еще. Не показывает мне погода, ладно, фиг с ним. Пахнет грибами. Вот реально. Белыми. Может, она понесла грибы? Может, не знаю, прям сильный-сильный запах. Как будто здесь где-то грибной магазин. Стекло разбито. Не знаю, почему. О, разбили стекло. Матоны. Смотрите, сок на сок.
носков или носок, или гольфов. Целая кучка. Цветочки несет девушка. Запуталась, чтобы не замерзли. Какая машинка красивая. Заворачивает на меня. Или поворачивает. Как правильно. Домик красивый. Это на Восстании 42А. Орел. И тут где-то была сова. Сейчас поищу, если я правильно помню. Вон сова нашла. Вон. Сова для Ирины Хингилаев. Ой, хорошо. Вчера мне позвонили. Женщина восточная сказала, что у нее трое детей, девочка 2 года, девочка 3 года и мальчик 8 месяцев, и что им нужна няня. Я что-то так испугалась, думаю, как-то я это уже все прошла. Теперь опять в это нырять. Как-то мне не очень. Вот. Такие петербурженки есть. В общем, всякие есть. Это мы с вами вышли на Кирочную. Денежки нашла с вами. Красота. Теперь у меня есть 10 рублей. Живые. Пойдемте быстрее. Быстрее переходим. Скорее. Скорее, быстрее. Тут 8. Мое любимое число. Опять такая же машина похожа. Хотя другая. Восемь опять. 7, 6, 5, 4. Тут тоже все реставрируют, смотрите. Все в лесах. О, женщина в маске с открытым носом. Это с закрытым. 13. Все, пришла снимать денежки. Надо снять 500 рублей. Она сказала 460, что ли, за свет. Или сколько-то, хотя вроде бы я ей только-только давала. 2500. Опять хочет. Ну ладно. Как красиво сверкают все вот эти сухие листочки. Просто сказка. Там девушка пошла без маски в метро. Что, правда? Если такие, что ли? Это стоят работнички. А вы стоите, нет? Ага. Вот за женщиной. Тарира.
Солнце, Родина, с картинки в твоем дворе. Так, женщина зашла без маски. Сейчас мы ее отследим. Обошла этих чуваков и пошла в метро. И многие идут без маски. Так что Петербург рулит. А может, она начинается с картинки в твоем дворе. Со стеклами пункт досмотра, наверное, там люди. Все. Ну хорошо. Теперь я сейчас на паузу нажму, пока сниму карточку. Девушки, дайте мои. 200, 200, 200, 200, 100. Сняла Евгения Павловна 500 рублей. Карточку спрятала. Денежки не спрятала. Сейчас, секунду. Надеем капюшон. Какое солнце. Обалденно. Полная надежда в людских дорогах. Мальчик моет стекло. Видите, какой под ручку стоят. Не знаю, мои любимые, как в моем стихе. Какая-то тишина на меня прям навалилась. Что-то, наверное, нужно вам рассказывать, что-то говорить. А у меня просто так город, и так классно. Ощущение дома. Не хочется забалтывать это все. Просто город, просто шум города, так красиво. Как классно вообще. Вот так часами бы тут стояла. Я вообще превратилась в какого-то наблюдателя. Только наблюдаю и наслаждаюсь моментом. Люблю вас, мои хорошие. Всем волшебного дня. Спасибо, что вы есть.